Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем с вами на очень интересную тему «Жизненный поворот». Какой поворот судьбы вас скоро ожидает? И, как обычно, вы ориентируетесь по первым картам. Ваше текущее состояние, насколько этот расклад, насколько этот расклад ваш или не ваш. Итак, Ленорман «Изумрудные птицы». Как сейчас помню даже, как я их купила. В магазине «Белые облака». По-моему, там покупала. Итак, ваш жизненный поворот. Поворот судьбы в очень скором времени. Я чувствую, что у многих скоро произойдет жизненный поворот. Именно поэтому сейчас меня окружило облако мошек. Итак, ваше текущее состояние в жизни. Да? Вы у нас письмо. Ну, письмо – это значит, что вы ждете от кого-то письма, сообщения, звонка, может быть, некого, да? Может быть, вы ждете какого-то человека, но чаще всего бумаг. Ну, допустим, документы оформляете какие-то, или ответ ждете на ваше резюме от нового работодателя. А может быть, вы уже прошли вступительные испытания там какие-то, да, на работу, и, соответственно, ждете ответа, одобрили вас или не одобрили. Также вы можете проходить сейчас испытательный срок на работе или действительно сдавать некие экзамены, да, и в итоге ждать результата. Письмо также показывает очень позитивного человека, который очень просто входит в контакт с людьми на сегодняшний день. Если вы себя узнаете и ждете какого-то письма, срочно смотрите этот расклад. Итак, ну что ж ты, одну минутку. Ваш жизненный поворот. Ваш жизненный поворот. Какие события или сюрпризы вас ждут в ближайшем будущем? И карта сердца. Сердце показывает, что в скором времени ваше сердце будет что-то очень сильно радовать. Это карта любви. Она показывает, что вас ждет в ближайшем будущем совершенно неожиданно для вас взаимная любовь. Но также сердце показывает сюрпризы, подарки от любимого человека. Или что-то очень приятное, что задумал для вас любимый человек. А может быть, вы будете очень хорошо друг к другу относиться, постоянно признаваться в любви, ходить на свидания, может быть, устроить романтическую поездку или путешествие. Ваше внимание будет просто сфокусировано на любимом человеке. А если вы одиноки, совершенно неожиданно для себя, ваша жизнь изменится, да? Вы встретите вашу вторую половинку. Дальше мы видим карту женщина. Карта женщина показывает, что раскроется ваша женская суть, если вы женщина. А для мужчины это какая-то знаковая женщина в его жизни, которая его будет очень сильно любить. Если же вы женщина, вы знаете, вы добьетесь невероятного успеха в скором времени благодаря вашей красивой внешности, вашему шарму или вашему прекрасному чувству стиля. Так, смотрим дальше. Какие еще перемены вас ждут в очень скором времени? Ой, мужчина. А у вас женщина, мужчина, сердце. Вот уже нету. В общем, мужчина с сердцем и женщина. Да, вот Владимир Николаевич мне сразу подает. Это значит пара, взаимная любовь, поэтому взаимной любви в скором времени вам просто не избежать. Вы с кем-то будете в явно очень хороших отношениях, да? Но для мужчин карта мужчина также может показывать, что вы займете какую-то свою важную нишу в этой жизни, да? Начнете хорошо зарабатывать или возвыситесь, станете надежным человеком для всех окружающих. Дальше мы видим карту всадник. Всадник показывает, что на пороге у вас какая перемена, да? Кто-то что-то вам несет. Едет кто-то к вам, да, гости там скачут на коне. Или кто-то летит к вам на самолете. А может быть, идет посылка. Или действительно какое-то письмо уже на подходе, да, сообщение. Всадник приносит действительно какие-то пакеты, подарки, коробки, букеты иногда. То есть от него идет, вот он как посыльный, от него идет какая-то для вас передача, да? Энергия от него переходит к вам. Соответственно, всадник – это очень подвижная карта. Скоро в вашей жизни начнется действительно какое-то приключение, все начнет меняться, вы будете достигать ваших целей, вы будете очень активны.
Хорошо, смотрим дальше. И следующая карта сад. Вы попадаете в скором времени в незнакомое общество, а может быть это даже общество иностранцев или людей с совершенно противоположным для вас иммунитетом. Менталитетом. Ну ладно, может у них иммунитет на вас не похож, что же бывает такое. Короче, сад показывает, что вы попадете в какое-то общество, это может быть по работе общество, по учебе, или незнакомое общество, там какая-то компания собралась, вас привели туда, да, но вы там почти никого не знаете, вам интересно, вы знакомитесь, да, и дальше мы видим кольцо. С кем-то из этих людей вы буквально заключите союз, да? И причем союз на долгое время. Поэтому готовьтесь, если дело касается работы, вы на этой работе очень долго проработаете. Хорошо. Каковы могут быть последствия всех этих перемен для вас? Собака. Собака показывает, что на долгие годы вы приобретете рядом человека, который будет вам верен, всецело предан, всячески вас защищать и любить. Это очень хорошие последствия. Что еще? Луна. Вы раскроете свой новый потенциал, и какие-то ваши мистические способности, интуитивные, активируются. А еще вы станете более тонким психологом и начнете больше разбираться в людях. Дальше, значит, мы смотрим влияние извне. Что на вас будет влиять в ближайшем будущем? Согласно этих перемен, да? О, карта групп показывает, что извне отрезается что-то из вашего прошлого раз и навсегда. Вы уже не будете о чем-то вспоминать. Вы распрощаетесь с вашей прошлой жизнью и встретите совершенно новое будущее. И дальше мы видим карту ребенок. Иногда, кстати, вот это вот показывает, да, вот карта, что вы прощайтесь с одинокой жизнью или жизнью как раз-таки без ребенка. А ребенок — это новое начало, это новый человечек, да, или реально ребенок. И, конечно, это совершенно свежий взгляд на жизнь, это совершенно новая жизнь. Очень хорошо. Так, и ваша роль в этой ситуации. Давайте посмотрим. Тучи. Тучи показывают, что вы обросли мелкими проблемами. Как решить эти проблемы? Ну, конечно же, нужен какой-то выход. Именно для этого перемены и идут в вашу жизнь, чтобы решить все эти навалившиеся мелкие проблемы. Птицы. Птицы показывают, что вокруг вас сейчас очень много разговоров. Вас обсуждают знакомые, вас обсуждают родственники, да, или, может быть, коллеги по работе, может быть, соседи. И, соответственно, чтобы выйти из этой череды разных обсуждений, сплетен и мелких проблем, да, вам и даются эти перемены в жизни. Вот видите, как все интересно. Ну и в итоге, как сложится ваше будущее? Развилка. Вы встанете на перекресток и, наконец-то, выберете направление. Вы сделаете свой правильный выбор. И дерево. Вы пойдете к дереву. А дерево – это спокойная, достойная, счастливая жизнь с поддержкой корней, то есть сил рода, да? И, кстати, улучшение здоровья и очень хорошая семья. В дереве всегда есть гнездо, где живут птицы. Вот так же вы создадите и свое семейное гнездышко. Ну, вот такой ответ для вас сегодня. А всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, пишите и до новых встреч!